Всем привет! В этой презентации мы рассмотрим разницу в использовании таких времен, как Present Perfect и Past Simple. Многие считают эти времена взаимозаменяемыми для выражения прошедшего. В каких-то ситуациях это, конечно, может иметь место. Также сюда можно отнести разные предпочтения носителей языка в использовании этих двух времен. Так, например, американец, поинтересовавшись, пообедал ли ты, задаст вопрос, используя Past Simple. И спросит «Did you have lunch?», в то время как британец спросит то же самое, только уже используя Present Perfect. «Have you had lunch?» Также типичные временные выражения, такие как «already», «just», «yet», которые употребляются с перфектом в британском английском, могут быть использованы вместе с Past Simple в американском варианте, и это, в принципе, не будет считаться ошибкой. Например, британец скажет так. I have just finished lunch. Я только что пообедал. Американец скажет просто I just finished lunch. Однако, существует много других случаев, когда разница в использовании этих двух времен очевидна. И ни британец, ни американец с этим не поспорят. Есть ситуации, которые напоминают нам о том, что Present Perfect и Past Simple – это абсолютно разные времена, которые в отдельных ситуациях не могут взаимозаменить друг друга, и их не стоит путать. Для того, чтобы лучше разобраться, давайте проанализируем следующую таблицу, а также примеры. Present Perfect – это не прошедшее, а настоящее совершенное время. Поэтому используется для событий, которые произошли в прошлом, но имеют связь с настоящим. Past Simple используем для событий, которые произошли в прошлом и не имеют никакой связи с настоящим. Этим временем мы обрубили все концы по отношению к настоящему. Основной глагол, если он неправильный, в перфекте стоит в третьей форме, это третья колонка в таблице неправильных глаголов. Для Past Simple мы используем вторую колонку. Вспомогательные глаголы для перфекта – это have или has, для past simple – did. А еще одно отличие заключается в том, что для перфекта важен сам факт совершения действия или результат, а не время. Для past simple важным является точное время в прошлом. В самом низу вы видите обстоятельства времени, которые часто используются вместе с этими временами. Это не все слова, их гораздо больше. Кстати, многое, что есть в колонке для перфекта, может быть также использовано вместе с past simple. То, что выделено красным, используется только для простого прошедшего времени. Например, как just now. Самое интересное, что просто наречие just мы можем использовать как в перфекте, так и с простым прошедшим временем. А just now будет использоваться только для past simple. Давайте теперь проанализируем примеры. Первый пример. He has bought a new car. И второй. He bought a new car yesterday. В первом случае мы употребляли present perfect, так как здесь важен сам факт совершения действия, а не время. Он купил машину. Во втором примере у нас уже точно указано время в прошлом, когда была совершена эта покупка. Yesterday – вчера. Поэтому мы использовали past simple. He bought a new car yesterday. Он купил машину вчера. We have lived in London for 5 years. Первый пример и второй. We lived in London for 5 years, but now we live in Glasgow. В чем же разница? Вроде бы и обстоятельства времени у нас здесь одинаковые. И здесь for 5 years, и здесь for 5 years. Так в чем же разница? Почему в первом случае мы употребили present perfect, а во втором past simple? Разница заключается в том, что в первом предложении имеется в виду, что мы жили в Лондоне на протяжении 5 лет и до сих пор продолжаем там жить. We have lived in London for 5 years. Кстати, предлог for можно опустить. Это означает то, что у нас есть непосредственная связь с настоящим.
А во втором примере мы использовали время past simple для того, чтобы рассказать слушателю, что мы жили в Лондоне 5 лет, но сейчас мы уже там не живем. Это было в прошлом. Сейчас мы живем в Глазгоу. Будьте осторожны, когда используете past simple в отношении людей, так как это время указывает на истекший период времени и может значить, что человека уже нет в живых. Например, Shakespeare wrote many plays and poems. Шекспир написал много пьес и поэм. Шекспира уже нет в живых, и, к сожалению, он больше ничего не напишет. Или второй пример, который мы использовали с present perfect. My friend is a writer. She has written many books. Моя подруга-писательница, она написала много книг. Здесь мы имеем в виду, что она до сих пор жива, пишет книги и, возможно, и дальше будет писать. Еще пару примеров. He always loved playing tennis. Он всегда любил играть в теннис. Сейчас уже не любит, так как его нет в живых. Или He has always loved playing tennis. Он всегда любил играть в теннис. Любил в прошлом и продолжает любить до сих пор. Такие слова, как today, сегодня, this morning, этим утром, this afternoon, сегодня днем, this evening, этим вечером, this night, сегодня ночью, могут обозначать как закончившийся, так и не закончившийся период времени. Если утро, день, вечер, ночь еще не закончились, мы будем использовать present perfect. Например, I have taken a shower this morning. Я принял душ сегодня утром. Утро еще не закончилось. И во втором варианте, когда мы будем употреблять простое прошедшее время, мы скажем так. I took a shower this morning. Я принял душ сегодня утром. Так мы говорим, если утро уже закончилось и наступил день или вечер. Если мы сообщаем какую-то новую информацию или делимся свежими новостями, мы используем present perfect. А дальнейшие детали и подробности этой новости мы описываем при помощи past simple. Точно так же и в диалогах. Например, Ouch, I've burned myself. Я обожглась. Дальше мы спросим, используя past simple. How did you do that? Как ты умудрилась, как ты это сделала? Мы не спросили, how have you done that? И ответ последует тоже при помощи past simple. I picked up a hot cup. Я схватилась за горячую чашку.